Артур Симонян приезжал к нам в Казахстан, в наш город, проводил конференции. Мы очень его любим. Мне понравились его проповеди. По сей день помню, как он приехал к нам, и он рассказывал про Ноев ковчег, про Ноя. И говорит, вот как вы думаете, вы кто знает, где Ноев ковчег остановился? Ну, мы говорим, ну, понятно, гора Арарат, ну, так уже, в принципе, доказано, там нашли, сфотографировали. Вот я и вам говорю, когда Ной сошел с Ноева ковчега, с Арарата, а там внизу мы, армяне, стоим и говорим, о, хлебом солью встречаем, шалом, Ной, наш любимый. И я думаю, до конца жизни запомню этот пример такой, ну, хороший такой армянский юмор. А там мы, армяне, его встречаем с хлебом солью. Ноя. У нас еще одно свидетельство есть, Александра. Прошу тебя. Давайте поприветствуем тоже. Приветствую всех. У меня сегодня свидетельство исцеления. Вообще хочу начать издалека. Когда-то, 2 года назад еще, когда мы были в Болгарии, меня за ногу кто-то укусил. Вот. Я не знаю, я как-то не обращала внимания, но потом так получилось, что эта болячка начала расти, и она стала очень большой, ну не очень большой, но больше, чем обычный укус, и она постоянно, какая-то жидкость из нее вытекала. Ну, я Геннадию показывала эту болячку. Он мне привозил там из Китая какие-то мази, и там каким-то порошочком я присыпала. В общем, я целый год с этой болячкой боролась. Ну, я не могла ничего сделать. Она не проходила, не уменьшалась, и ничего не получалось. Вот, и где-то год назад к нам в церковь приезжала, может быть, помните, сестра Эльвира из Южной Кореи. Вот, и она проповедовала на эту тему и говорила, что вот если собака схватит нас за ногу, да, мы ее отпихиваем сразу же. И болезнь — это как собака, которая схватила нас за что-то, и нужно просто ее прогонять, эту собаку. И мы тогда все помолились, и я представила, что моя болячка на ноге — это собака, которая вцепилась. Вот, я просто помолилась, и помолились, и разошлись. Я когда домой пришла, я снимаю... Ну, открываю ногу и понимаю, что болячки нет. Просто она исчезла, осталось просто пятно на коже. И это пятно, кстати, до сих пор есть. Это, наверное, чтобы я не забывала. Вот. И мы вчера с Сашей, с мужем, у меня почему-то вдруг заболело колено с утра. И, я не знаю, может, неудачно на тренировке что-то сделала. А у Саши с утра болел живот. И мы такие мучились целый день, пошли гулять, гуляем, у меня колено болит, у него живот болит, и мы так чуть-чуть прогулялись, пошли назад, вот, и сидим, почему болит, непонятно, что делать. Я говорю, слушай, так давай помолимся. Ну, давай. И мы просто возложили руки, помолились, и я такая приседаю и понимаю, что у меня вообще колено не болит сразу же. И буквально через пару минут у Саши перестал болеть живот. То есть вот такое... Маленькое свидетельство исцеления. Спасибо Господу.